За евро 20 покупаем билетики на выходе из аэропорта Ираклиона и доезжаем до автобусной станции. Автобусная станция Ираклиона. Сюда мы поедем в город Ретина за 8 евро 30 центов. Так это все будет очень приятно. Везде есть интернет, бесплатный Wi-Fi в автобусах и на самой станции. Эвхаристо, спасибо. Это мусака, вегетарианская. Сказали, что она очень горячая. Надо аккуратно есть. Какие тут овощи. Все, я не знаю, это, наверное, не доем. Вот мы пришли на Средиземное море. Очень теплая вода. Потому что днем было очень жарко. Наш балкон с утра. Там море. Вдали. Такой прекрасный завтрак. Здесь шведский стол. И завтракаем мы в замечательном садике. В саду. Да. Да, конечно, у нас же колбаска может быть, правильно? Кто нас знает? Пришла к нам на завтрак богиня греческая. Умывается тут, сидит. Да? Спускаемся. Идем на пляж. Вот лежачки наши. Вход в наш отель со львами. Долма, которая традиционно делается без мяса. Капучино. Все это на фоне моря с пальмами. Видео. Это катаити. Десерт такой. Очень классные дома, вот такие, в которых находится кафе, и вид такой шикарный, мне кажется, вечером здесь просто супер. Гранат. Вот лимон.
гуляем по улочкам Ретина. Маленькая площадь. Очень много, конечно, всяких сувениров и прекрасных, красивых мест. Невозможно насмотреться на эту красоту, потому что просто на каждом углу. И если я буду снимать, я буду снимать все подряд. Потому что очень красиво везде. Вот, пишут, что мы находимся здесь. Вот. Ретимна. Все никак не могу остановиться снимать их. На самом деле они, конечно, очень похожи на видео, но вот когда ходишь здесь, абсолютно нет никакого ощущения, что в одном и том же месте ходишь. Такой бассейн с нашим отелем. Тоже сюда как-нибудь придем, позагораем. Вот там маяк, на котором мы были. Тут прогулочная улица и пляж. Вот в том месте, вот здесь. Греческий салат. Сидим в кафе. Ем греческий салат в Греции. И пью греческий кофе в Греции. Это хлебушек с чесночком. Вкусненький тоже. Такое. Здесь дают такие десертики в качестве комплимента в некоторых местах. В некоторых предлагают коктейли алкогольные, но мы не пьем. А вот арбузик с удовольствием съедим. Такие прекрасные губки здесь продают. И забавные вообще, очень смешные. Блюдо называется йогурт с медом. Сейчас буду пробовать. В таком месте красивом. С птичками. Какая черешня громадная здесь просто, и причем она сладкая очень. Это ночной Ретина. Вот так вот люди тусят. С утра вообще никого нет тут. Бассейн с 11 открывается. Сейчас это 10. Поняла, что не снимала наш номер. Сейчас я сниму. Это я возвращаюсь из бассейна. Алло. Ой, я тут убираюсь, да? Так, дубль 2 снимаю без уборки. В общем, такое вот полотенце. Такая ванна. Шкаф. Тут моя одежда. Здесь Ирина, не буду снимать. Одежда подруги-то. Так, здесь вот тапочки мои разбросаны. Тут еще, кстати, отделение шкафа есть. И вот постель. Большое зеркало. Балкон.
Я его уже снимала на расцвете. Кондиционер. Очень важно, что есть. Тут жарко. Теперь мы поесть в таверну. Да, нам принесли к нашему заказу какие-то шикарные штуки. Вот так называется. Это расположено на возле маяка. А принимает заказы тоже вот так красиво. Можно купить звезду морскую за 5 евро. Пожалуйста.